Готовим жульен. На оливковом масле обжариваем одну большую луковицу. Сюда же добавляем куриную грудку и грибы. Я их заранее отварила в подсоленной воде. Далее выкладываем готовую смесь в стеклянную емкость. Равномерно распределяем ее. Сверху укладываем 150 грамм сметаны нежирной. И в самом конце выкладываем нежирный сыр 100 грамм. Выпекаем 20 минут. Жульен готов. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.